Друзья, всем привет! Сегодня мы опять выбрались на рыбалку. Вот природа здесь красивая, речка небольшая, но у нее довольно-таки приличное течение. Вот. Раньше здесь, наверное, был старый мост какой-то, насыпано что-то там, щебенка какая-то. Думаю, не будет ли тут зацепов. Может, отстал бы. Ну, смотрю, люди рыбку ловили, чистили, значит, должно что-то быть. Может, и нам повезет, посмотрим. Погода хорошая очень. Будем отдыхать. Я уже закинул удочки, прикормился. Лена у меня села там на поплавок. Ну, на поплавок она поймала только малюсенькую красноперочку. Обычно, когда утром приезжаем, она садится на поплавок и, ну, ловит мелочевку, там таранка, клейка бывает. А сегодня что-то тихо тут. Посмотрим. Ну, течение так подтягивает. У меня груза по 120, там по 140 за грамм, и то их подтягивает. Глубина хорошая тут. Третий карасик уже такой, две уже эти таранки вот такие хорошие поймали. Вот так что потихонечку начала рыбка браться. Вот этот взял на червя, да в принципе и предыдущие тоже на червя взяли. Ну, были какие-то поклевки на макушатнике, ну видать карась брал, но ничего не вытащил. Какой-то вертолет все время летает, не пойму я. Шумит, наверное, сегодня шумно будет из-за вертолета. Рыбалочку будем продолжать. Сейчас пойдем чайку попьем. Поклевка была хорошая, прозевал. Вот, хорошенький. Красавец, на что взял? На перловочку с чесночком. Вкусняшка, кашка. Ну, хорошо. Ребята, ну вот надо отдать должное. У меня вот стоит тут 5 макушатников. Вот они. И я ловлю еще на фидер. Алина у меня ловит на поплавок. Так вот, практически, ну, в 90% рыбалок, вот, ну, в этом году, во всяком случае, нас выручает фидер и поплавок. Мы на них довольно много ловим рыбы. Вот. А вот макушатники практически всегда молчат. Ну, мы-то надеемся на сазана, конечно, закинуты на большую рыбу, на крупную, там крючки побольше, все понятное дело. Но все-таки вот пожарить там рыбки, там посолить, это вот фидер, поплавок. Так что мотайте на ус. Вот, ребят, первый сегодня на макушатник, на кукурузу. У меня здесь и бойл, и кукуруза. Бойл на волосяной снастке висит, и кукуруза. Вот первый карасик сегодня. На эту удочку. Ну, значит, надежда есть. Скорее всего, что взял на кукурузу, потому что мы кукурузой прикармливали.
Ну, вот моя еще какая-то дюба. Речка небольшая, а течение прям тут приличное. Да и глубина нормальная. И причем бывает обратка здесь, вот в этом месте почему-то. Идет туда, в ту сторону. Потом разворачивается и возле берега идет в обратную сторону. Как бы для рыбалки это хорошо, обратное течение. Должно тут что-то быть хорошее. Вот что-то дюбает и что-то дюбает там. Там макушатник у меня с кукурузой. Карась, наверное, мелкий. Нет, ничего, не подсёк. Мелкий что-то был сосал. Пусто. Карасяндра. Такой средненький. Не очень крупный. На червячка. Карасик. Неплохой. Хороший. Неплохой. Вот опять на кукурузу подкорми. Ой. Бережок тут не очень так. Длинненький опять. Здесь какие-то караси прогонистые. Это. Подкормили где-то минут, наверное. Сколько? Да сейчас, наверное, назад подкормили, да? Вот. Уже второй на кукурузку взялся. Одно и то же, все снимать одно и то же. Лист, подлистик. Вот это номер. Вот это мы не ожидали. Смотрите, какой подлисичек неплохой. На опарыша взялся. Дело пошло, ничего себе. Мастера. Белая рыбка подошла на прикормку, на фарш. Только перечинил ее, на червяка добавил. Вот он подпис. Вот и карасичек. Буквально 3 минуты прошло. Все-таки хочет мяско сегодня. Тоже неплохой. Ну, карасяндра. Пойдет садок. Поймали сейчас пару окуней таких. Подошли на червяка. До этого густерку одну и подлещика на опарыша подняли. Потом перестала на опарыша клевать. Переставил на червяка. На червяка поймали, наверное, штуки 4 карася хороших. Вот, а теперь стал окунь уже второй. Такой брать. Ну тут первый был покрупнее чуть-чуть. А этот вот поменьше. Настала жара уже. Я залез, искупался уже прям. Макса проснулся хорошо, вода прям хорошая. Вот. Гибридик. Карасяндр опять на червяка. Только что вот окуня снял буквально пару минут назад с этого. И вот сейчас карася тоже на червя. Подсадил я вот кусочек макухи. Я остался здесь край. Небольшой. Я вот подсадил туда червячка и пошло дело. А вот на кукурузе стоят молчат на кусочке. Оторвался. Хорошо, что подсад взяли. Хороший карасик взялся. Толстый. Толстенький, ага. На кукурузу взялся. А я оделся сейчас. Там котенок орёт где-то под деревом. Сейчас пойду его искать. Обедать нам не дал.
только мы... Ух ты, ух, красавица. Ну. Я думал, сазанчик. Это карась такой, смотрите, золотистый какой вообще. Да толстый, наверное, коренной. Красавец вообще. Похож на... Ты когда тянул, думала, прям сазанчик. Я думал, сазанчик, да. Ну, это карасёра такой, прям золотистый такой, как вильнёт хвостом. Классный, во. После обеда клюв немножко притих. Ну, жара пекла прям стала. Сейчас вот немножко точка зашла, хоть немножко продыху какого-то. А то прям душно так, перед дождем прям. Фидером клюет. Фидером открывает. Сейчас поглядим, что тут клюет на фидер. Перечинил сейчас все удочки. Две на червя оставил. Остальные на кукурузу. Последнего поймали на кукурузу. Последние, наверное, двоих или троих на кукурузу поймали. А до этого на червя ловился. Ну, пока пообедали. Сейчас вот после обеда все заменил. Посмотрим теперь, что будет. Вода стала уходить. Намного уже, где-то на полметра ушла, больше, наверное. О, это что-то на червя, которая вот она стала дюбать. Вот подгибает что-то. Мелочевка червяка объедает. Опа. Не, ничего нету. Ничего нету. Вот так пришел. Поймал он, нет? Не знаю. Поймал. Поймал? Ну. Это уже третью мы даем, подкармливаем. Пусть лопает. А эта кошка пришла, слышишь? Давай, заряди мне этих опарышей. Сейчас. А, он не уходит, понимаешь, пришел. И кошка же там. Вон же она сидит. Где? А где кошка? Я не вижу кошку. Да, это видно, не видно. Ты, а он третий еще идет. И третий пришел. Бедоклев совсем пропал. Тишина вообще затихла. Пробовал на опарыша и на червя. Не берет даже мелко. Во, тихонько. Только я заикнулся, что не берет, оно зазвенело. Я ее только что перекинул на опарыша, на свежего. Но погода изменилась. Ветерочек пошел, облачность зашла, как тучки какие-то. Как дождю вроде бы напарило. Жарища была жуткая, наверное, градуса 35. Ну, мелочь какая-то, видать, дюбанула она и все. И молчит опять. Да, бычица. Глянь, гадюка. Бычка поймала за хвост. Тянет его. Потянула. Ну что, друзья, пришло время заканчивать рыбалку. Уже вечер наступил. После обеда у нас клёва практически не было. Прошел дождик небольшой. Мы надеялись, что после дождика будет немножко клевать. Ну, практически поклёвок не было. На фидер я поймал там две гусёрки небольшие и все. Что-то подюбывает, но мелочь какая-то. Отсекаем, ничего не берется. Вот. А до обеда мы так нормально поймали карасей. Покажи подробно. Вот, ну все равно, да, пожарить мы наловили, удовольствие получили. Отдохнули, кошек покормили, девочку, все. Сейчас будем собираться домой. Так что, ребята, всем пока, добра, до новых встреч.